Сегодня элемент номер 9. Мы продолжаем закруглять и получаем реверсное движение, но уже снизу, фактически выходя в приму. Вот это движение. Это либо защита на нижнем уровне, либо режущее движение вверх. Как это может выглядеть? Итак, допустим, есть угроза ножом. Если мне надо пойти, я обхожу, отодвигаю. То есть амплитуда может уменьшаться от большой к малой. Таким же образом пойдет защита нижнего уровня. Атака в живот. Еще. Если пойдет атака в верхний уровень, мы фактически тем же движением, выходя в приму, поднимаем ладонь. Смотрит от нас. Атака в лицо. Если мы будем атаковать этим движением, то у нас получится с возможностью последующего укола из примы. Либо как вариант хитрости, используя вот такое же движение при атаке в верхний уровень.